раньше в автономии, раньше у гагаузов, чтобы кто-то что-то украл, это считалось позором на все село. Ему потом приходилось выезжать за пределы этого села и жить в каком-то другом селе, и подальше уезжали с этих мест, потому что это считалось позором. Мы теряем свои традиции, которые испокон веков были заложены. У нас уже за геройство украсть у бабушки 3-литровую банку с вареньем и значит, кувшин вина и пьянствовать молодежи. Возьмите, почитайте сводки, у меня волосы дыбом встают каждый раз, когда я читаю сводки ОВД. Курей украл, 2 бутылки шампанского «Каскад» сегодня ночью украли. То украли, то украли. Сплошное воровство. Надо нам что-то продумать в системе воспитания, Вера Ильинична. Надо какой-то комплексный подход по возрождению наших традиций. Вплоть до того, что надо имена их публиковать. Украл, доказано. Все, мы должны публиковать на страницах газеты фамилия, имя, отчество человека, который украл. Он украл, он попал в сводки. Какая там уже, значит, какой ущерб ему моральный можно нанести, если он украл, его вина доказана. Я изучу со специалистами, господин Капанжи. Я прошу вас, изучите с точки зрения законодательства. И давайте мы начнем публиковать на всю Гагаузию. Там, где 100% вина доказана, есть уже штраф, оплатили, решение вступило. Давайте мы опубликуем. Никогда гагаузы не воровали, понимаете? Никогда не воровали. Что такое случилось-то? Ну я понимаю, был колхоз, все кругом колхозное, все мое. Воровали все. Ну все, уже время закончилось. Сколько можно воровать? У бабушек, у дедушек воруют, цепочки воруют, окна вскрывают, телевизоры, телефоны мобильные, сплошное воровство. Сколько это может продолжаться? Фамилии публиковать. Раньше курицу украл, на шею курицу и по всему селу с этой курицей ходил. Правильно делали. Сейчас скажут.